Всем привет, мы Бойшопи Сквот, и сейчас поговорим о новой поставке, новой коллекции, коллаборации двух больших брендов в скейт-индустрии, таких как Independent Tracks и Lakai Footwear. Вот, но для начала сообщим вам о том, что в конце видео я расскажу вам о условиях розыгрыша, как выиграть одну из пар из этой коллекции, из этого коллаба. Не переключайтесь. В общем, видео у нас про эти бренды уже были. Ранее вы можете полистать немножко вниз и посмотреть и про Independent, и про Lakai. В особом представлении эти бренды не нуждаются. Все их знают. Independent — неубиваемые подвески. Lakai — очень хорошие кеды, которые включают в себя цену и качество. Я очень люблю за это этот бренд, потому что у них долго держится подошва и долго держится замша. Я уже говорил вам в обзоре про Lakai, что такая вот есть у них движуха, и у них очень приятный ценник для скейт-обуви. Это вполне круто. Вот. И давайте немного поговорим о моделях. Это три новых модели. Их ранее у нас не было в магазинах. Вот, это три про-модели райдеров Lakai и Independent. И давайте начнем с легендарного Тони Хоука. И если я не ошибаюсь, это первая про-модель Тони Хоука, обувная. Вот, она называется Proto. Вот такая интересная модель, полностью в черном цвете. Черно-красная такая получается у них, коллаборированная с Independent. Черный и красный цвет, и есть очень много деталей вот самой коллаборации, логотипы Independent на самом кеде. Вот сзади мы видим вот здесь специальную штучку, чтобы удобнее было одевать кед. Вот тут есть логотип Independent, вот этот вот фирменный крест. Вот также на шнурках есть небольшая детализация в красном цвете. На языке представлен логотип Independent, надпись Independent. Вот. И, естественно же, стелька. На стельке также есть логотип Independent, Independent Track Company, полиуретановая стелька. Очень хорошо ароматизирует удары на пятку. Deluxe Light – это материал, который очень хорошо проветривается, и ваша нога не будет преть в этих кедах. Эти кеды довольно хорошо подойдут для пулового и вертового катания. Вот. Также в них, в принципе, вполне реально просто ходить, потому что у них интересный дизайн, и они своим силуэтом напоминают кроссовок классический. Вот, такой скейт-кроссовок. Ну, Тони Хоук уже не мальчик, поэтому обычные кеды ему, я думаю, не очень будут удобными. Поэтому он сделал вот такой вот интересный скейт-кроссовок. Приходите в наши магазины, померяйте, пощупайте, потрогайте. Очень плотные кеды, вентиляция на мыске, детализация по бокам, есть вентиляция и сбоку кеда, и защита в районе олипеда. Отличные кеды за свою цену, плюс это коллаборация двух таких известных брендов и промодель самого Тони Хоука. Что тут еще можно сказать? Офигенно. Вторая модель – это промодель моего любимого райдера Ралли Хоука. Вот, это вторая модель Ралли Хоука, она называется Ралли 2, Ралли 2. Это также коллаборация с Independent Tracks, потому что Ралли Хоук катается за Independent. Вот. Тут также очень довольно интересная детализация в плане лозунгов Independent, Fuck the Rest. Прям по подошве такая гравюрка. Вот. Также сзади есть логотип Independent, логотип на стельке Independent Track. Вот. И в чем плюс этой модели? Эта модель можно носить со шнурками, и можно носить как классический слип-он. Сейчас я вам это покажу. Вытащу шнурки. Тут всего лишь
по два люверса с каждой стороны, детализированный мысок. Вот. Есть резинки, как у слепонов. Их можно носить как слепоны без шнурков. Если вы не любите слепоны, можно носить со шнурками. Вот. Также очень длинный мыс. Шнурки рваться не будут. Кеды будут долго служить. Пушка. Что я могу еще сказать? Ну и также можно немножко рассказать о ралли-хоке. То, что этот чувак не только скейтбордист, но он еще и художник, он музыкант. Он играет сразу в двух группах. Это Вариш и Петир, мои любимые группы. Это Stoner Rock, Heavy Psy. Всем советую посмотреть профайлы Ралли Хоука под Black Sabbath. Это пушка. Перейдем к третьей модели. Третья модель. Про-модель. Основателя, одного из основателей бренда Lacaille, Рика Ховарда. Вот такая вот модель в красно-белом цвете. Модель называется Bristol. Интереснейший силуэт. Также с длинным мыском. То, что позволяет дольше сохранять ваши шнурки, чтобы они не рвались. Также на языке, на перфорированном языке. Тут довольно большая вентиляция. Я думаю, нога ваша будет дышать и не потеть. И на языке есть логотип Independent. Также есть и на стельке тоже, не буду уже показывать. Вот. Небольшая детализация лозунгов Independent практически по всему периметру кеда. И тот, кто шарит за Independent и за бренд Lacaille, точно будут вам респектовать за такой уникальный коллаб. Кстати, здесь вот еще на защите мыска вот есть небольшие такие мелкие крестики Independent. В общем-то, очень круто проработали дизайнеры эти модели. Они реально достойно выглядят. И если вы коллекционируете скейт-обувь, я думаю, этот ваш вариант. Вам нужно прийти и купить, блин, промодель Тони Хоука с коллаборацией с Independent. Что может быть еще круче? Вот такие дела, такая вот интересная коллаборация. Приходите в наши магазины, меряйте кеды, щупайте их, трогайте, фотографируйте, покупайте. Все для вас. Если вам нужны эти кеды, вы можете получить их просто так, но для этого видео должно набрать 3000 просмотров. Вы можете оставлять безграничное количество комментариев под видео. Мы выберем рандомно любой. И также вам нужно будет подписаться на канал, поставить лайк и ждать своего часа, чтобы выиграть новые модели с коллаборацией Independent Tracks и Lacaille Footwear. С вами был Barshop Squad. Всем пока.